Eu vreau să o salut pe Iana Dombrovski, cea care a venit cu atâtea frumusețe aici la mine pe masă, încât nici nu pot să mă concentrez la ce vorbesc. Salut și bine ai venit! Bună seara, două vieții! Deci, avem aici practic toată gama de produse Tous, de la genți, ceasuri, accesorii și cerceluși, bijuterii. Da, da. Inițial era o gamă restrânsă. Tous, в следующем году мы празднуем 100 лет компании. И изначально этот бренд, конечно, был как ювелирный. Tous начал создавать не похожие ни на что новые ювелирные украшения. И только в 1985 году появился наш знаменитый Мишка. Это наш логотип бренда, символ нежности, самых добрых чувств. Но вот последние уже лет 12, наверное, бренд выпускает не только ювелирные украшения. У нас также гамма часов и для мужчин, и для женщин, и для деток. Сумки и аксессуары. Разные элементы персонализации, например, вот такие брелоки, как Лилу с буковкой L, так что это тоже может быть хорошим подарком для какого-то близкого человека, да. Știu că de curând imaginea brandului a devenit nepoata Julie Roberts. Da, 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 da. На самом деле Эмма Робертс в этом году лицо нашей компании. И у нас очень интересный рекламный такой мюзикл, да, запустили к Рождеству. Хай са ведем. Да, давай. Хай са ведем, как мы видим, са ведем, декато мне де куинта. Всем привет! Меня зовут Эмма Робертс, и я расскажу вам историю о самом идеальном времени в году. Ну, или почти идеальном. Наступает Новый год. Он так прекрасен. Огнями город зацветет. Он весь украшен. Я продумал каждый шаг. Я взбудоражен. Но что? У меня здесь шансов нет. Я не умею. Руководство полный бред. И нету клея. И невозможно завернуть коробку Tous, ведь это круг. Это точно лучше, чем свитер. Могла б его хоть раз надеть. Пусть знает она восхитительно. Мечты, такой же милый, как ты. Deci, cum să împachetezi un cadou rotund? Da, все наши ювелирные украшения продаются именно в таких красивых коробках. И, конечно же, круг завернуть сложно, но у нас есть 6 уроков по обертыванию. Если вдруг кто-то из наших клиентов захочет, мы с удовольствием с ними поделимся этим в магазине. Но и сама по себе, мне кажется, упаковка прекрасна. И ведь важно не что, не как выглядит упаковка, а что внутри. Да, потому что все-таки ювелирное украшение – это то, что мы носим, храним и трепетно всю жизнь и даже передаем по наследству. А в коллекции Tous это все украшения из серебра либо золота, все камни натуральные. И есть самая широкая гамма украшений от самых доступных до черных бриллиантов. То есть в коллекции самая разнообразная на любой вкус и кошелек. Așa, noi aici avem diferite accesorii. Da, da. Avem de la cercei, da. Punctișor, sunt din? Это натуральный жемчуг, это набор идеальный на каждый день, либо четырем женщинам твоей семьи, тоже очень удобно, можно запаковать отдельно, да. О, такая патру, ай сацеешь три фети? Да, почему нет? Вот. Потом, ты знаешь, у нас вообще коллекция очень широкая, для деток от самого рождения есть не только сережки, есть и красные ниточки, это тоже сейчас очень популярно, есть коллекции для крещения, это крестики, это какие-то маленькие в подвески в форме Девы Марии, то есть что-то очень нежное. И, конечно же, наша коллекция обручальных помолвочных колец. В помолвочные кольца в Новый год дарят реже, для этого тоже есть определенный сезон, но почему не подарить девушке кольцо с бриллиантом либо каким-то другим маленьким камнем, будет, мне кажется, очень приятно, даже с медвежонком. Avem și accesoriile care pot fi purtate la braț, nu doar pe, da, pe mâini. Avem aici, cred că, geanta perfectă pentru Revelion. Я специально выбрала эту сумку для студии, потому что, ну, для новогоднего вечера, почему нет? Тем более, что сейчас на все аксессуары Tous скидка до 60%. Вот, заметьте, можно сумку выбрать для новогодней вечеринки, либо, может быть, для мамы или для работы, для офиса есть очень интересная.
интересные изделия. Все это производится в Испании вручную из высококачественной кожи, либо такие вот малышки из эко-материалов тоже. Поэтому мы очень разнообразно показываем нашу коллекцию в магазине, представляем. Deci, știu că ai venit și cu un cadou pentru urmăritorii noștri de pe Instagram. Da, конечно. У нас сейчас все наши покупатели, сейчас же время новогодних праздников, но это не только время дарить, но время и получать подарки. Поэтому нашим покупателям мы также дарим подарки. У нас есть вот такие замечательные клатчи для поклонников Toast Lovers. Мы недавно открыли страницу в социальной сети в Инстаграме Toast Lovers Moldova. И для ваших зрителей будет вот такой замечательный конверт, в котором можно написать ежедневник, план планшет, либо просто на вечеринку его. И, конечно же, наш купон со скидкой 15%. Пожалуйста, можно им воспользоваться до 15 января и купить какой-нибудь интересный подарок. Но это еще не все. У меня для тебя есть личный подарок, как для эко-пропагандиста нашей страны. Вот такие эко-сумки тоже мы дарим нашим клиентам. Я надеюсь, что она займет еще одно место в твоем и гардеробе, и все подумаем о том, что мы заботимся не только друг о друге, но о нашей планете. Да, evident, cum poate să bucură femeia atunci când primești tot orbă. Tare se bucură. Mulțumesc tare mult. Să știi că vorba, dacă cineva, gențile sunt prea puțin, la mine torbile sunt prea puțin. Ați văzut, sunt doar câteva dintre exemplarele care vă așteaptă în această perioadă în magazine, cât și în online, pentru că se pot face cumpărăturile și online. Un as este доставка, то есть пока что как таково. Да, și asta este foarte bine, pentru că acum în perioada asta nu reușești. Можно написать нам, позвонить, и мы доставим любой подарок. Тем более, что сейчас у нас два магазина. В этом году мы открыли второй магазин, наш Стефан Челмари, 132, прямо в самом центре города. Он огромный, он двухэтажный, там безумное количество, там выбор умопомрачительный. Поэтому вы обязательно найдете то, что ищете у нас в коллекции. Mulțumim foarte mult, sărbători frumoase și ție. Uite, eu nu știu ce o să te surprindă familia ta. Ce o să-ți dăruiască ție, oare? Но я всегда тоже рада подаркам из наших магазинов. Почему нет? Дети готовят, конечно же, подарки своими руками. Ну и семья, само торжество для меня уже праздник, потому что можно побыть в кругу семьи и насладиться этими моментами праздника. E adevărat, dragilor, noi sperăm că v-am dat idei frumoase și credeți-mă, bijuteriile sunt întotdeauna o bună idee, pentru că ele, dacă sunt păstrate și nu sunt pierdute și uitate pe undeva, te pot ține o viață, poate și mai multe vieți.